куда трогать? Что так это? Все, не знаю. Что работа делай? Что громко, вот потише. Не слышно ничего. Какие-то матчи тут. Ой-ой-ой. Дай тоже тогда потом попробовать. Что за ботва? Еще бы успеть изучить. Я понял, это что, стратегия? А, кстати, походу. Или что? А что это тогда 48 человек? Не понятно. Я думал, это шутер. Может, типа, это просто вид сверху, и можно как-то зайти в бой? Ну попробуй, чё ты? Слышишь? Ну вот я пехотинец. Да какая разница, кто ты, блин? Что? Пробуй на флаг, ты не можешь, типа... А, блин. А чё за фигня, и как в бой зайти? Вон же там видно, бегаю, вон. Это не стратегия. Что? О, шутер. Ты управление хоть настроил? А? Ты ничего не сделал. Гений. Ну, нифига тут коровы валяются. А еще корова. Он там кто-то бегает. Упс. Я такой видел, чувак. А, да. Там кто-то в яму упал. Так, что? И так каждый раз, типа, заходить или что? Фигня какая-то. Это странно очень. Вес 8 метров. Так это наш. Это? Да. Он, видишь, синим горит. Или нет? Да вроде синие все. Все свои. О, бежи, фашист. Слышишь, там вся орут. Да мне кажется, тут уже просто все натренированные. Наверное. А, это еще так долго, типа, грузится, капец. Так, смотри, кто-то вообще отсюда бежит. Какой-то таймер. После которого можно будет зайти. Может, сюда можно по какую-нибудь другую точку зайти, так, нет? Кстати, я могу другим чуваком пойти или нет? Да. Возьми снайпера. Инженер какой-то. Возьми снайпера. Ладно. Точка захвата. У тебя прямо над душами висит. Свистит. Я не понимаю, в какую сторону двигаться. Да вроде правильно идешь. Так во, правильно, вы сейчас границу перейдете немецкую. Окопы, да. Да куда ты пополз-то? Не знаю. У тебя и так много патронов. У тебя 96 патронов вообще. Это наш. Разве? Да, он ник а покажет. Да ничего, не красный, чё ты, блин, бритоник. Там все наши, куда ты пошел? Вот там сюда поедем. А чё, прыжков нет? Во, вон там немцы должны бегать. Во, слева идет. Их отстреливают. Вон там по окопам бегут. По окопам. Все, его бахнули. Попробуй гранаты пострелять. Откуда? Пострелять гранатой. Берешь гранаты. Попробуй снайпера. Где снайпер? Там где-то снизу. Вот. А, они уже сезают. Ну так чуть-чуть. Подвисает. Чё им за вопли? Справа, по-моему. Справа, в окопах. Я же говорю. В шляпе какой-то. Я не пойму, мы побеждаем или что?
Похоже. Все, что ли? О, самолеты. Да фиг поймешь. Да вот, смотри, вроде можно еще зайти. Попробуешь сюда, нельзя сюда зайти. А вот, можно вообще. Тут, блин, тебе бежать дофига. Ты можешь лопату взять? А, какая-то фигня непонятная. И еще это одна. Бинт. Бинт? А и четвертая. А, респиратор, понял. Противогаз. Ну или респиратор. Смотри, тут вообще все горит. Да иди, там вообще ваша территория. Тут еще смотри. Вот еще иди до этой границы. Тут какая-то бомбежка еще постоянная. Блин, а что тебе сделать, а? Да что тебе сделать? Ну и Джи Марио гениальный ник. Да нет, а где у тебя вообще здоровье-то, блин? Левый шифт что-то там подсказывает. Бег, что ли? Да. Три подкрепления. Подкрепление отряда не может возрождаться рядом с вами. Семь подкреплений. Откуда? Ты вообще... А, блин, какой-то китаец. Вас убил. А, это перевод его ника, что ли? Или это пушка, наверное, которая у него. Карательная экспедиция. А посмотри, что там что-то на там территории. Продули, получается. Немцев. А что, посмотри, что на территории этих немцев. О, можно так зайти? Там еще есть. Посмотри, там вообще какие-то карты. Что это было? Пулемет какой-то. Кстати, тут же нет танков. Силой. Правильно? Тут же еще не было танков. Тут будет какие-то броня машины. Танки машины. Ну только самолеты вижу и грузовики. Кстати, пожар кончился или что? А не, вон шпарик. Тут колючка. Как-то все. Да опять какая-то бомбежка начинается. Смотри просто. О, уши заложило прям. Персонаж, нифига. Нифига, мы прям приоглохли. Нифига не слышу. Мущи у нас в команде. Не муши, Миша. Так, где гранатки, что-нибудь? Миша, что ли? Не шарю, короче. Это респиратор. Офигенный обзор. А, это типа как в реальной жизни. В бинокль смотришь. Так нифига не видно, ты еще и, блин, противогаз на тебе. А что это бесконечно будет, или что? Мы тут фигачимся уже 10 минут. Да я попробую хотя бы. Какого-то валяется. Смотри, о, танк! Да исторический. Походу, это единственное, что есть. Садишься на такую тележку с пушкой и гонишь. Дорога. Ну, смотри, там прям снаряд такой. Да и я попробую побегать. Чё, как там по управлению? Как листать? Никак? Не листается? Ну, карту там нельзя посмотреть, типа, что там? Нет. Ну, ладно. Можно куда-нибудь сюда? Или только вот тут, да? Пойдем тут погуляем. Смотри, кстати, какие виды. А как стрелять-то? А, все, понятно. Капец, мы медленные, конечно. По 6
мостик. Да ё, еще не попадаю. Что, блядь, не винтовкой, что ли? Не-не. О! Я убил его? И сам умер. Зашибись. Топ. Так, давай опять сюда. А, 9 секунд тут еще. Капец. Да, тут никак не перемещаться нельзя. Что там? О, можно возродиться. Можно как-нибудь присесть? Это я лег? Это я лег. А присесть нельзя, походу. Ну, не, С. А вот С присесть. Х. Что это? А, это выстрел. Да что, блин? А. Что, подожди. А, это типа быстро надевать. Понятно. Что еще есть? Пятерка что-то. Пятерка не работает? Или что? Пятерка, фиг поймешь. Далеко пробраться. 4 это чат. Я тут смотрю, что тут есть. Держите, чтобы открыть мини. Я лопату взял. А, вот тут же написано. Я, кстати, одного убил. Потом, правда, меня убили. Каким-то окопом ползаю. Пойду погуляю. Погулял. Погулял. Интересно у них там, что могу сказать. Что, у нас А забирают, что ли? И что у нас есть? Понимаете, все, я в 4.